Здравствуйте, друзья, мои подписчики и гости моего канала. Я сегодня вам хочу сделать небольшой обзор японского садика в парке Галицкого в городе Краснодар. Обязательно посетите этот парк, этот японский сад, если у вас появится такая возможность. Это я снимала летом, пока еще не было у меня канала. И я просто канал завела для души, как хобби. Как вы все знаете, нет монетизации в России, а тем более только что начинающим вести свой блог. Просто от души я вам хочу рекомендовать и показать этот прекрасный, ни с чем не сравнимый, настолько красиво сделанный, оформленный, продуманный в лучших традициях японского сада. Обязательно стоит посетить его. И это просто какой-то шедевр. И спасибо нашему Сергею Галицкому, который так сильно старается для Краснодара, чтобы вот были у нас вот такие прекрасные достопримечательности в нашем городе. Вход в японский сад абсолютно бесплатный, но так как он очень красивый, новый, и не так много людей его посетило, а имеет желание посетить его бесконечное количество, по-моему, людей, просто у нас большие очереди. Ну, думаю, что со временем очереди поутихнут, и будет больше возможности не стоять, хотя я, конечно, сомневаюсь, так как такого парка, конечно, нигде, по-моему, нету, и он достоин особого внимания. Вот такой небольшой обзор японского сада в парке Галицкого в городе Краснодар я для вас сделала, друзья. И он, конечно, обязателен к посещению. Прекраснейший парк. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. Мне это будет очень приятно. Пока-пока, до новых встреч!